новый локомотив серии ЛВ. Образец последнего магистрального паровоза постройки СССР. Созданный в 1952 году группой конструкторов Ворошиловградского завода как глубокая модификация паровоза серии L, этот паровоз воплощает в себе инженерный итог векового развития отечественных грузовых локомотивов. Паровоз вобрал в свою конструкцию все лучшее, применявшееся в то время в мировом паровозостроении. Водоподогреватель, воздушный привод колосников, вместительный тендер емкостью более 23 тонн угля и 45 тонн воды, высокоэкономичный, мощный, неистощимый котел. Поддерживающая тележка с роликовыми буксами, позволяющая разместить тяжелую объемную топку и другие паровозные достижения, важность которых понятна посвященным. Эта прекрасная машина оставила о себе добрую память как самая экономичная из всех паровозов. Мощность свыше 2500 лошадиных сил, скорость 80 км в час. Она была удобна в обслуживании, значительно облегчала труд бригаде, способна была водить как тяжеловесы, так и пассажирские составы. Жаль только, что мало проработали ЛВ. Наступавший прогресс оказался неумолим. Век этих машин-красавцев был недолог. До конца 60-х годов прошлого столетия. Но на всех магистралях, где они потрудились, Свердловской, Северной, Южноуральской, Целинной, вспоминают о них с неизменным теплом. Поприветствуем ЛВ и мы! Паровозом управляет машинист Сергей Сергеевич Бендюков. We'll be right back.